Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Пустошь 2. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии связались с цитаделью, Вудсон получил схему улучшенных радиокостюмов и нам надо ему отдать циолит. Ну что, раздобыли для меня циолит? Да. Да. Мешок не канает? Не канает. Ладно, тогда я это, получается, лучше выложу. У тебя циолита нет, у тебя циолита нет, у тебя нет, у тебя нет, у тебя есть. Отдать. О да, просто прекрасно. Этого вполне достаточно. Дайте мне всего минуту, я подготовлю для вас новые костюмы противорадиационной защиты. Все готово. Благодаря этим штуковинам вы без труда преодолеете стену радиации на юге. Good luck. Так, ну-ка журнал почитаем. Улучшенные защитные костюмы мы выполнили. Хорошо, у нас есть с вами доклад. Ой, все понятно. По привычке нажимаю. 4 очка навыка. Что имеется? Атрибутов нет, навыков все 4, но для пистолетов нам не хватает еще двоечку. Будем ждать. Талантов тоже нет. Будем ждать. Ну что, тогда валим? Тогда валим. Ну, для начала я предлагаю нам тут лишнее все оставить. Это... Все как есть, так и остается. Тоже. Тоже все пучком. Все пучком. Патронов все нормально. Вот по поводу Такаюки. Я не знаю, что ему оставлять. Антибиотики. Противоядие. Маковый сироп. Маковый сироп. Может быть, пока маковый сироп выложить. Звезду выложить. Это все повыкладывать. Перчатки, в принципе, наверное, тоже надо выложить. Так, мешка больше никакого не было у тебя. У тебя еще был мешок. Ну что, у тебя получился два костюма. От радиации 6 и 4. Ну, надеюсь, этого хватит. Телескоп тоже, наверное, может быть, лучше выложить. Ну, понеслась. В принципе, все сделали. Посмотрим, как у нас на радиации сработает все это. Вроде как бы надевать это ничего не надо. Хотя не надо снарядить. Нарядили. Отлично. Смотрим. Давайте сначала проверим тайник. Заодно проверим, как у нас с радиацией. Да, все нормальненько. Ух ты. Борцовский пояс. Модификатор. Плюс 2 силы, минус 2 скорость. Можно, кстати, тебе его дать. У тебя же сила. Ряса с шляпой. Юбка епископа. Ну, давай вот этот вот РПГшку дадим Зару. Остальное все распределить. Отлично. Давай теперь сюда. Тюлени пляж. Тюлени пляж. Ну, пошли. Ох ты, да ладно, торговец сразу.
Я, Майк, бешеные деньги. Я просто бешусь при виде денег. Да, именно так. Ненавижу эту дрянь. Вот почему я отдаю свой товар почти даром. Взгляните. Самый лучший поломанный хлам. Всего по 9,99. Две пригоршни отборного ржавого мусора. Всего за 3,99. 3,99. Это просто безумие. Только взгляните. Скидки на весь товар, кроме маленьких заводных роботов. Я приберегаю их для других роботов. На что у вас есть скидки? Лопата, всякий хлам. Но зачем мне хлам? У меня и так, в принципе, этого хлама вдоволь. Продать у меня ничего нет. Кроме, наверное, вот этой шляпы. И штанов. Все остальное мне надо. Мне очень надо. Для каких роботов вы их приберегаете? Что? А, для роботов с той базы. В последнее время я везде их вижу. И мне в голову вдруг пришла мысль, раз они роботы, то может им будет приятно поставить на свой рабочий стол, или что у них там симпатичного игрушечного робота, этакий талисман. Так что именно к ним я сейчас и направляюсь. Попробую продать парочку. Здорово придумано, да? Да. Ну, хотя меня и называют бешеным, с головой я дружу. Я всегда знаю, когда могу сбыть товар, а когда нет. У вас есть игрушечные роботы? Только взгляните на этих крошек. Я нашел их на одном складе в Лос-Анджелесе. Смотрите, если их завести, они ходят и стреляют искрами. Нажми эту маленькую кнопку, и они заговорят. Я уничтожу тебя. Сопротивление бесполезно. Ну разве не прелесть? Ну это все мне не надо, барахло. Ладно, до свидос. До свидосик. Да уж, тупой, тупой. Кстати, я хочу лопату вот тебе отдать. А, вот так у тебя есть РПГ. Прекрасно. У тебя тоже есть РПГ. Замечательно. Может быть тогда кому-нибудь другому отдать РПГ? Допустим, тебе. У тебя тоже есть РПГ? Слушай, что-то у всех есть РПГ, блин. Отлично. Так, здесь порядок навели. Здесь тоже навели. Прекрасно. Ну вот как раз у тебя есть лопата. Вот иди и откапывай. Этот парень никогда не закончит. Ты что, ждешь, пока нам туалет попадется? Кругом полно кустов. Отливать на землю, как животное? Нет уж, спасибо. И где я руки потом помою? Наполнить флягу. Но у меня, в принципе, как бы проблем-то нет с водой. Ну вот этого они грохнули, это уже плохо. Давай пока назад.
Тонза. О, это походу наша вертушка. Да. Это наша вертушка. Есть два повышения. Давай сделаем доклад. 4 очка, 3 очка. До свидос. Ну-ка давай посмотрим. Значит, у тебя атрибутов нет, навыков 5. На грубую силу, к сожалению, не хватает немножко. Но у нас есть вроде снаряжение, которое дает грубую силу плюс 2. Правда, будет скорость минус 2, но когда потребуется, так что, в принципе, можно уже не прокачивать грубую силу. А вот снайперку бы, да, не помешал бы прокачать. Ладно, ждем. Скотт Чмо. Мы качаем сейфы. Отлично. Дальше требуется 6 очков. И талант один мы с вами бережем. Посмотрим, что у нас там по докладу-то в итоге. А, оно разрешенное уже. Мы нашли вертолет команды Фокстрот, однако на месте его падения нет ни одного тела. Ну, может, возможно, они их куда-то утащили? Как ты считаешь, а? Может, кто-то остался в живых? Пусто? Джонни Зиппер. Ну-ка пообщаемся с Джонни Зиппером. Пообщаемся. Кто-то из них может нам помочь. Не слушайте его. Это обман. Поверьте, я говорю правду. Двизи всех сдает с синтом. Вот почему Гучман оснащает его лучше других. Убейте его и пойдем дальше. Пока Двизи жив, он в любую секунду может нас предать. Обман? Что ты имеешь в виду? Двизи шпион синтов. Он заведет вас в засаду. Я же могу помочь вам обойти ее сзади. Вы перебьете их всех до единого. Знаю, я выгляжу как ненормальный из-за этих молний на теле, но я вам не вру, доверьтесь мне. Почему вы называете свою группу переделанными парнями? Мы называем себя так потому, что всех нас насильно переделали изнутри, и никому это не пошло на пользу. Мы совсем не такие, как этот подлиза Двизи. Его протезы – настоящее произведение искусства. Кто такой Гучман? Главный хирург Матфея. Это он превращает всех паломников в измененных. Правда, иногда его операции бывают неудачными. И еще иногда этот чокнутый ублюдок любит поэкспериментировать, как, например, со мной. Откуда нам знать, что ты не шпион? Когда-то я и сам был шпионом, но это время прошло. Никого из нас не ждет золотое будущее. Каждый разрез, который Гучман сделал на моем теле, заражен. Мне ни за что не выбраться отсюда живым. Я просто хочу, чтобы Матфей умер вместе со мной, вот и все. Зачем все эти молнии? Думаете, я хотел, чтобы они на мне появились? Я был уверен, что меня сделают супергероем, как обещал Матфей. Вместо этого Гучман постоянно меня вскрывал и ставил на мне свои бесчисленные эксперименты. В конце концов, он решил вшить по всему моему телу эти молнии, чтобы быстрее добираться до внутренних органов. Ух ты, жесть какая. Раны вокруг каждой из них заражены. Они уже начали гнить, и пусть у меня вечное сердце, я все равно скоро умру от инфекции. Так значит, ты против Матфея? Я купился на его роде передачи точно так же, как и все остальные. Пожалуй, любой, кто вырос в той изданнице, которая является наш мир, легко поведется на его рассказ о золотом будущем и вечном сердце. Но как только я оказался здесь, то сразу понял, что все золотое сводится к дерьмовому бутерброду, завернутому в оловянную фольгу. Кого ты называешь измененными? Если вы приходите в новую цитадель, то должны пройти 3 этапа пути к божественной силе. По крайней мере, так вам здесь говорят. Этап первый. Ты паломник. Обычный человек, который ждет, когда его примут в культ. Этап второй. Тебя оперируют, и ты становишься измененным. Более совершенным, сильным и умным, чем остальные люди. Или же больным уродцем вроде меня. Этап третий. Твой мозг помещается в тело синта, после чего ты превращаешься в пробудившегося. Настоящий сплав из человека и машины. Правда, я знаю лишь одного такого. Это сам Матфей. Ну а все остальные по-прежнему ждут. Ты больше не веришь в золотое будущее, обещанное Матфеем?
О, такое будущее действительно станет, но только для Матфея и синтов, а не для нас, измененных. Мы лишь расходный материал, рабы, которые все построят, а некоторые и того хуже. О каком вечном сердце ты говорил? Вы что, никогда о них не слышали? Благодаря им можно жить вечно, пока синты не захотят тебя отключить. Ну а тогда один щелчок и прощай. Давай пока сделаем досвидос. Да, он, походу, ничем не лучше отличается, чем вот этот вот чувак. Вам лучше поверить мне на слово, рейнджеры. Джонни служит синтам. Если не убьете его, он со своими переделанными парнями сдаст нас Матфею. Почему ты ненавидишь Матфея? Он спятил. Когда я стал одним из детей Цитадели, то думал, что буду работать ради лучшего будущего. Но на самом деле Матфей хочет лишь поубивать всех вас, рейнджеров. Чем ты можешь нам помочь? Вас ждет засада. Джонни собирался вас в нее завести, ну а я могу показать, как ее обойти. Откуда нам знать, что ты не шпион? Будь я шпионом, то разве стал бы подвергать себя опасности? Я отвернулся от Матфея в тот самый момент, когда он отвернулся от того золотого будущего, которое нам обещал. С тех пор я начал тайком с ним бороться. А Джонни разве было не все равно, как его порежут? Вы что, шутите? Все, кто становится детьми Цитадели, знают, что скоро получат более совершенные ноги, руки и сердца. Но Джонни Зиперу и его переделанным парням этого мало. Они хотят стать еще безобразнее. Более глубокие разрезы, более жуткие протезы, более безумные уродства. Это какое-то извращение. Почему они называют себя переделанными парнями? Они себя так называют, потому что подсели на хирургию. По их мнению, чем меньше ты похож на человека, тем лучше. Они извращенцы. В чем проявилось то, что Матфей отвернулся от идеи золотого будущего? Матфей обещал, что все мы будем жить в прекрасной стране чудес, где на смену всем человеческим недостаткам придут синтетические достоинства. Вместо этого мы сидим в какой-то шахте, а он гоняется за кем-то вроде вас. Мне обещали совсем другое. Более совершенные сердца? Ну да, атомные, величайшее изобретение Матфея. Считается, что он придумал их, чтобы мы не умирали. Так сказал доктор Гучман, когда вставил мне эту штуку. Но мы все равно можем умереть, это уж как пить дать. Чертовы синты могут отключить их, когда захотят. Если начинаешь создавать проблемы, бум, и ты мертвец. Кто такой Гучман? Они зовут его мясником. Разрезают людей на куски, собирают воедино, как бог на душу положит. Кому-то что-то добавляет, кому-то убирает, как будто играет с бумажными куклами. Со мной он обходится нормально, пока. Но вот как все пройдет в следующий раз... От тебя немало проблем, почему же ты еще жив? Они же не знают, что я против них, я борюсь с системой изнутри, но, дружище, если они обо всем узнают, уже через секунду мне придет конец. Блин, кого же бить-то? Я вроде как бы больше склоняюсь к вот этому другу, Джонни Зиперу. У него больше мотивов убить. Поэтому давайте мы... Я, наверное, сохранюсь, если вариант будет неправильный... то лучше, конечно, все это переделать и сделать обход. Попробуем. Ну, кто его грохнет? Отличненько. Что у него тут было? Только патроны. Повышения, к сожалению, никакого нет. Ну, пойдем проверим. Прав ли я был? Или все-таки нас здесь ждет засада? Ага. Ну смотри, реально нас ждала засада. По любасу, то есть мы сделали правильный выбор. Либо попробовать их грохнуть, что в принципе заработаем дополнительного опыта. Либо просто тупо закрыть их здесь. Хм. И можем тогда спуститься вниз. Попасть в новую цитадель.
Блин, перспективы, конечно, заманчивые. И перестрелять их охота. Но с другой стороны... С другой стороны, бой еще дофига будет впереди. Поэтому... Доступ запрещен. «27? Серьезно? А что у тебя там по компьютерам? А, 9. Но у нас есть, по-моему, снаряжение компьютера. Успех. Отлично. Двери закрылись. Все, господа, оставайтесь пока там. А можем мы открыть их? Да, мы можем открыть. То есть в любой момент мы можем их поубивать. Но пока мы с вами это делать не будем, потому что я хочу узнать, что у нас еще здесь есть. Спуститься, как говорится, мы всегда успеем. А вот что у нас здесь ждет? Да, здесь бы нас ждала засада. Во, не зря пошел. Прям как чувствовал, что можно что-то откопать. Надеюсь, есть какая-то польза от этого всего. Ну, немножко хлама и патроны. Дальше мы пробираться не можем. Ну, и вот здесь мне пока непонятно. Либо пробуем, либо не пробуем. Попробуем обойти. Посмотреть, может быть, тут что-то будет. Ага. Вертушка стоит, ты смотри. Что у нас вот здесь? Интересно. Охранник. И с этим я могу побеседовать. Ну, попробуем. Если что, тут, в принципе, не так уж и их много. Угу. Преподобный Томас. Here we go! Here we go! Угу. Ну, послушаем. Я читать все это не буду, потому что это очень длинный текст, который я могу просто не успеть. О! Здесь у нас сплошное месиво, друзья. Ну, они, получается, в принципе, никакого урона не наносят. Абсолютно. Просто их тут дофига. Проще вот с этими охранниками разобраться. Это все последователи, это мне все не надо. А вот данный друг меня интересует. Давай-ка сюда.
готов. Док, док, давай вот в этого. Ох ты, заклинило, вот это не вовремя. Ну да, они никакого урона, получается, не наносят, а вот эти вот ребята, конечно же, будут наносить урончик. По-любому. Ох ты как. Как же они мочканули-то моих, а? Ну-ка давай сюда. Прекрасно. От этих всегда успеем избавиться, по-любому. Жаль, конечно. Жаль, но придется от вас избавляться, мирные жители. Вы ступили не на тот путь. Ну, отлично. Он смылся. Он смылся. Блин, их дофига, это столько времени ждать приходится. Но мне главное избавиться от бойцов. От этих потом уже. Мелочь. Это все мелочь. Эх, жаль, не хватает. Вообще никакого. Кровь льется, а урон ноль. То же самое. А 54%. Еще разочек. Отлично, он сдох. Попробуем теперь в тебя. Да ладно, заблокирован. Ну, теперь вот да не хватает, конечно. По-любому не хватает. Тебя лучше, наверное, подлечить, дружище. О, прекрасно. Ну что, на выстрел не хватает, ладно, так и быть. Перезаряжает. Прекрасно. Ну, пусть перезаряжает. Долго ждать приходится. Народу много. Такаюки. Давай, Такаюки. Ах, жаль, не хватает. Ну блин, я сейчас тебя сюда поставлю, ты не сможешь выстрелить в него. По-любому не хватает. Ну давай тогда хотя бы от одного избавимся какого-нибудь. О, еще мажет, отлично. Дальше у нас ходит Зар. Давай сюда. И сюда. Ай ты, блин, серьезно. Чутка не хватило. А Скотч Мо почему еще не ходил? Странно. Скотч Мо не ходил до сих пор еще. Ну давай. Прекрасно. Перезарядка.
Вот здесь с пистолетом прям просто на ура. О, чмошник. Ай, да ладно, одного всего лишь. Сколько их тут еще? Семеро. Ой, да ладно, контроль потерян. Блин. Ну все, Зар, заканчивай. Последние остались. Три повышения. Очко таланта, очко атрибута, 3 очка навыка. Прекрасно. Давай смотреть. Значит, у тебя 8 очков навыков. Что будем прокачивать? Наверное, пистолеты до конца прокачнем. Отлично. Талантов у тебя нет. У тебя один талант, у тебя же есть еще и атрибут. Мы тебе прокачиваем очко характеристики, которое ничего не дает. Очков навыков за уровень, очко действия. Ах ты. Интеллект получается минус, да? А если убрать? А, так интеллект будет вот так вот. Интеллект прокачан до конца, но из-за вот этого вот зоркий глаз, взрывотехник 3. Зоркий глаз 5, к сожалению, да? Ну давай пока поставим. Атрибуты тогда какие? Диапазон зрения, уклонение, инициатива. Ну вот, в принципе, меня вот это вот радует. Уклонение, критический удар. Давай восприятие. Отлично. По навыкам. Взрывотехника тогда 10 у нас, да, сейчас. Зоркий глаз 8. Качаем зоркий глаз. Отлично. Таланты. Таланты по энергетическому оружию. Автоматизация, давай качнем. Отлично. В принципе, все. Кто у нас еще? Такаюки. Такаюки, Такаюки. Атрибутов нет, навыков всего лишь 2. Талантов тоже нет. Ну давай собирать, во-первых, перезаряжаемся. Во-вторых, что там выпало с него? Какая-то нога, еще нога. Ну, всякий бардак. Помещение новой цитадели. Хм. Помещение. Давай просто войдем, посмотрим. Если что, выйдем. Ну, тут интересно. Давай пока пойдем до тех пор, пока не увидим какую-нибудь охрану. Я вот пока никого не вижу. Ох ты, блин. Ловушка. Ловушка. Не заметил я ловушки. Да, вон там народ дофига. Они все агрессивные. В принципе, тут
Wasteland 3. В предвкушении. Хочешь сказать, будет продолжение? Интересно, конечно, интересно. Ну да, здесь, бляха ты муха. Тоже ловушки, ловушки, и ловушки ты у нас не замечаешь, к сожалению. Это меня не радует. Ладно, тогда пока выходим, пока нас тут не спалили и не началась бойня. Мне просто интересно, а что у нас даст вот здесь общение с данным, с данной девушкой, да? И что у нас там будет? Но надо, наверное, посмотрим с вами уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.